На Красной площади буквально только что стартовала генеральная репетиция торжественного марша, посвященного легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт. Сам марш пройдет в годовщину исторической даты через два дня, а сегодня участники отточат последние штрихи. По брусчатке прошагает несколько тысяч человек, будет и техника военных лет. И обо всем подробнее узнаем у нашего корреспондента Константина Панюшки. Он выходит на прямую связь с Красной площади. Константин. Максим, «Священная война» сейчас звучит над Красной площадью. Тем самым можно говорить о том, что генеральная репетиция торжественного марша в ознаменовании 77-й годовщины парада 7 ноября 1941 года началась. Здесь сегодня на Красной площади 5000 человек. Все, собственно, те участники парада, которые пройдут по Красной площади через два дня. Здесь сегодня и военнослужащие, и сотрудники ФСО. Их можно сегодня здесь увидеть вот в серых шинелях и белых маскаладах. Это военно-историческая форма, форма тех лет Великой Отечественной войны. Та форма, в которой солдаты здесь шли по Красной площади в ноябре 41-го. Но вместе с ними традиционно в торжественном марше 7 ноября примут участие и молодежь. Вот мы можем видеть в той части Красной площади парадные расчеты, в которых построились курсанты, в которых построились кадеты, суворовцы и юнармейцы. Это такая уже давняя традиция, когда бок о бок по Красной площади маршируют 7 ноября и молодежь, и вот уже профессиональные военнослужащие. Но вместе с тем организаторы, прежде чем начнется как таковой марш, подготовили реконструкцию, которой они попытаются напомнить зрителям этого парада, этого марша, что это были за дни осени 41-го. Дни это были, конечно, страшные. С 22 июля Москву бомбардировали вражеская авиация практически каждый день. Представьте, 55 с лишним тысяч зажигательных снарядов было сброшено к ноябрю на Москву, 1500 фугасов. Бомбы рвались здесь повсюду, и в Кремле, и в близлежащих улицах. Зенитные орудия стояли на всех крышах, а Красную площадь и Кремль было просто не узнать. Они были замаскированы. И вот тогда, когда враг стоял фактически в 30 километрах от Москвы, когда на передовую уходили с Красной площади, вот, собственно, в этот момент, когда Москва была осаждена уже, прошел этот самый парад. Это была настоящая спецоперация, она готовилась в строжайших условиях, имела колоссальный эффект для поднятия боевого духа военнослужащих на всех фронтах. Вот эти страшные дни и дни гордости русской армии вспоминают сегодня во время репетиции 7 ноября здесь на Красной площади. Вместе с тем отмечу лишь, что среди зрителей 7 ноября здесь на трибунах будут ветераны Великой Отечественной, среди них участники парада 41 года и парада Победы 45-го. Максим. Спасибо, мой коллега Константин Панюшкин. А я добавлю, что торжественный марш в честь 77-й годовщины парада 41-го наш канал покажет в прямом эфире. Начало в среду, 7 числа в 10 утра.